Друзья, всем привет еще раз. Такое необычное видео у нас. Хочу поделиться своими эмоциями, впечатлениями. Гуляли по набережной Коктебели. Смотрю, мужик голый идет. Смотрю, за ним женщина, думаю, синие исполняют, пьяные что ли. А потом посмотрел, там все такие. И это в максимальной близости от центральной набережной, где ходят дети, где ходят люди разного возраста. Сейчас покажу все наглядно. Ну вот, чтобы вы понимали, основная набережная, я приближать, конечно, не буду, и вот это все нудистский пляж. То есть вот один мужик сидит, копилкой светит, другой там лежит голый, загорает на лежаке, там вон тетя голая идет. Капец просто. Вот, хоть полотенцем прикрылся, и то хорошо. Не, ну я все понимаю, был в Дивноморском на нудистском пляже, но это полностью отдельный пляж от всей цивилизации, ну не на центральной же набережной. Я не знаю, слов нет вообще, одни эмоции. Немного позитивных кадров. Шикарнейший закат на фоне нереально красивых гор, да, это Коктебель. И опять вернемся к нудистам. Это так они еще в спешном порядке, сейчас солнце скрывается за горизонтом, они уходят с пляжа. Я представляю, что здесь самое популярное время для посещения моря, пляжа. Наверное, все битком. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях. Может, я не прав, может, я как-то дико на это все смотрю. Но я гулял с детьми, еще раз повторюсь, пришлось глаза закрывать им. Будет что-то новое, интересное, обязательно расскажу. Обнял, приподнял.